А где упали? Мужчина и женщина на улице. Было вот грязные руки, колени разбитые. Где упали, в смысле? На лестнице? На улице, на улице. На лестнице? Да. Пробовал вышку в сторону. Все, да? Болит, ломит, да, если? Болит, начинает вот так вот. По всей руке? Нет, не по всей, вот здесь. Вот здесь. Пробуем так вперед. Вперед? Уже стало подниматься, раньше тоже не поднимался. Так, если пробовать. Так поднимается, но тоже с болью. Тоже вот здесь. А вот так? А? Вот так. Руку на пояс ставите? Ага. Так, вот так на пояс? Надо. Вот так, руки поделаем вперед. Вперед не идет, да? Пробуем ушко за спину перевести. За спину тоже. Вот так вот, да? Хорошо. Пробуем за голову завести. За голову, да? Так, попробуем вот так уж перед собой попрощать сюда. В принципе, нормально, да? Вот так. Ну, тоже больно. Тоже больно, да? Вот так. Не подниматься, подниматься. Попробуем вообще, да? Болит, да? Так, вот так. К себе. Внутрь. В принципе, внутрь. Все с болью. Ну, а такое не получается. Пробовала, не это самое. Так, хорошо. Где-то вот так вот получается. Хорошо. Держим руки. Так, попробуем в прошлый раз. Разогреемся. Я дома делаю. Правда, у меня пункты поменьше. Килограммовые, да? Да, здесь. Еще хорошо. Сейчас так попробуем. Раз. Раз, либо. Раз. Ой-ой-ой. Ага, делаем. Четыре. Пять. Еще хорошо. Сейчас так удержим. Так, раз, как можно выше. Раз. Не молится вся в руке, да? Ничего не дает? Нет, вот здесь. Еще раз, два раза. Два раза. И. Хорошо. Так, давайте да. Сейчас проходим вот сюда. Сейчас вот так вот держим резиночку. Плечо прижал, и так вот сторону раз. Раз. Ну, то разбивание, конечно. Да, вот у нас. Так, и. Поставить. Руку сгибаем. Сгибаем. И в сторону раз. Еще с вами проходим, да? Так вот. Нет, 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 нет. Только вот. Плюс. Ну. Сколько можно? Три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. 8, 9, 10, 11. Ёк, заболела? Заболела, тогда много. Как она? Так, разворачиваемся. Разворачиваемся. Так, сгибаем руку. Теперь к себе, раз, к животу. Раз, два. Так, не болит, да? Да. 4, 5, 6, 7. Так, не болит? Хорошо. Берем посередке. Посередке берем. Так, на голове. Лицом ко мне и спиной ко мне. Так, лицом? Да. Держим так ручки. Так. Не боимся, не боимся. Сейчас пробуем левую руку здесь отпустить. К ногам. Раз. И обратно. Ничего делаем. Два. Ничего болит? Ничего болит. Три. Четыре. И пять. Шесть. Еще два раза. Семь. И восемь. Бросаем. Хорошо. Ручку на эти платы свит.
прямо, вот знаете, вот, вот в этом месте, как это как будто гвоздь кто-то, только после МРТ немножко, ой, так вот, после магнита немножко прошло, а то я прям ходить не могу. Ну, это, скорее всего, подлопаточная мышца формировалась. Да, там эти самые кофе связки практически здесь были растянуты и... Ну, это мышцы, да, напряжаете. Я знаю, что это мышцы. Так, ложимся на скамеечку. Там нет. На спину? Нет, давайте так. Наоборот. Ну что, я головой? Не-не-не, на спину. Сильно болит? Где кило? 8, 9, 10, 11 и 12. Так, лежим пока. Лежим. Я лежу. Что? Прошло? Ручки так длины за голову и вверх обратно. Раз. Болит так? Нет. Как не болит? Нет. Хорошо. Три. Заболело? Четыре. Пять. Так, 5 июля будет перелом, да, у нас? Или у нас сентябрь, это месяц тоже. Держим широко. Все, теперь пробуем. В сторону сюда, в другую сторону сюда. Вот делаем. Теперь мы видим. Так, не болит? Немного? Ну, торопитесь, помедленнее. Делаем спокойно пока. Сейчас спальник отстаем. Что как? Как плечо? Терпимо. Все хорошо? Ага. И вот так вот утром встаешь, все болит прямо этот самый. Разомнешься немножко. Становится легче. Ага. Гипсе долго ходили? А полтора месяца. Нет, была фиксирующая повязка без. Ага. Стоим тут зеркало. Сейчас так вот это держим. Широко. И потом обратно за голову опускаем. И вверх. Раз. Раз. Стоим вверх. Широко. Пробуем обратно. И вверх. Это самое, начинается.
еще? Ой. 8, не посчитаем. Ой. Не торопитесь. 9. Еще разочек. И 10. Там видно. Спальничка начинается. Так я понимаю все, я поэтому и этот самый... Когда надо кончится самоизоляция, я знаю, что можно дождаться до того, что плечо застынет. Сейчас подержим и как можно выше раз подрываем плечи и делаем тяг. Тоже. Тоже еще то. Тоже болит? 3. Пока терпимо. 4. 5. Вообще ничего не нравится. Она уже не болит, просто нормально. 7. 8. Все, начало болеть. А? Начало болеть. Нить? Нить. Вот. Так. Хорошо. Ручку потрясли. Пусть восстановится. Сейчас также широко режем, мы должны делиться на эти места опереться. И получается мы правую потолкаем левую. Раз, 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 пока прямая. Два. Ну, медленно. Раз. Сюда получается, если левую толкаем, то левую снизу, то правую поднимаем. Раз. 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 Хорошо, не поднимается она в сторону, в принципе, перекинем, да? Так, немножко ручку попробуем. Сейчас такое будет. Держим широко и крутим. Раз, 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 раз. И чем больше, тем лучше. Стараемся корпус не наклонять, корпус в одном положении. Так.
коленки к себе раз, выпрямляем ноги к полу. Полу. Вот так, к себе, от себя к полу. Спокойненько. Два. Немного разогреем. Движение. Три. Четыре. Хорошо. Держим палочку. Так, и пробуем так, прямые руки, так вот, раз к тазу вниз, по дуге. Во, раз. Легко так? Легко. Два. Давайте добавим немножко. Я сейчас посмотрю. Самочувствие. Добавим две. Раз. Легко. Ну, уже чувствуется. Попробуем потолеем еще ноги опускать вниз. Прямые. Пять. Шесть. Хорошо. Семь. Восемь. Девять. Еще раз учу. И десять. Хорошо, бросаем. Держим мизинчик. Прямые руки. И в сторону. Раз. Один. Хорошо. Два. Попробуем отрывать ноги опускать. Три. Ого. Четыре. С ленты, я думаю, тоже работало. А? С ленты, это, я думаю, тоже работало. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Как рука? Шепчет? Так, пока это самое терпимо все. Не знаю, как потом будет, потому что очень часто, когда нанимается, вроде ничего, а потом начинает ныть, выть. Держим. Пробуем к себе тянуть груди. Раз, ага. Нормально? Пробуем ноги в это время пускать. Три. Болит сильно? Больно. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо, пускаем. Так, ручку можно отвести. Немножко сейчас туда ее привели. Тянем к животу. Раз. Раз. И выпрямляем руки. Спокойненько. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Два раза еще.
плечо или? Плечо, да, по ходу. Так. Сейчас ложимся на спину, но ногами к двери. Просидели сколько в изоляции. Ой. Болит? Ой. Пишу. Ой. Вот нам надо тут дотянуть. Ой. Ой, никак. Больно, сильно больно. Где больно? Здесь. Все там же, да? Угу. Придется терпеть. Дело такое. Ну, терплю. Чем не мажете? Сейчас уже не мажут. Чем мажут? Ну, этими всякими диклофенагелями. Противопротивно вообще. Ну да. Так. А чем надо? Ой. Пишу. Ну, в принципе, из них самое такое нормальное. А ректал либо? Ага. Дивиксидом делают. Там у меня таблетки была. Ой. Видите, а ректал хороший, когда размашек размассировал. Ага. Какой-то горящий палец. Там же болит, да? Ой, сейчас локоть болит, и этот сустав лучше запястья тоже здесь? Тянет, ага. Ну, здесь все, видите, спазмировалось. Да я еще, скорее всего, что туда падала на руку уже, на это, не только этот плечевой повредил. Хорошо, аккуратненько сейчас встаем. Тянете.
бросаем немножко, отдохнули. Дома будете еще вот так делать. Берете любую веревочку с петелькой, через прокидываете, за большой пальчик так вот цепляете, натягиваете так, куда возможно, через плечо потом стоите ровно и наклоняетесь. 10 раз сюда, 10 раз влево, 10 раз влево. Легче стало? Подняли, чуть выше подтянули, раз, опять наклоняетесь. Можно также растягивать себя, цепляете веревку, да? Все равно, только левой рукой берете и просто отходите в эту сторону. Пассивно растягиваете. Вот так. Сейчас давайте попробуем понаклонимся. Справа бежите. Делаю пальчик большой, небольшой. Раз. Вверх натягивайте. Вниз, правую руку. Не-не-не, правую руку вниз. Зафиксировали. Вниз. Наклоняемся вперед. Потихоньку. Спокойно. Спокойно. Очень так, больно, больно, больно. Вообще больно. Это вы натянули все общее тело. Потихонечку, потихонечку. Надо чем-то все так резко. Ой, никак. Не резко. Сколько потихонечку? До боли. Раз. Попадите на так. Ноги прямые. Нет, не будете. Не могу. Понаклоняйся по чуть-чуть. Да, спокойно. Надо торопиться. Ничто не болит? Нет. Воды? Тоже так растягиваем. Ну еще видите, у вас еще и это, вроде бы спохватились. Если это довольно все сохранено. А самое опасное, это вот это вот начинает функция делаться. Вращение. У вас получается только в целом изведение, да? Хорошо. Ну и будете еще дома делать, вот так смотрите. Берете палочку любую. И вращайте все движение в плече максимально. В эту сторону, в эту сторону, вверх, вот в то положение. Ну, вот это. Прямо остаться в плече. Пролететься в этом. Так, все, сегодня больше мучить вас не будем. Сегодня хватит. Массаж-то делали? Нет. Вам не назначали? Или что назначили? Ничего не работает.